И вот всякий раз, начиная новую жизнь, о таких ситуациях у тебя, брат, по 100 раз на дню. Ты, как бывалый врач, скальпель берешь и зажим, и начинаешь резать себя самого на корню. Ты достаешь из черепа свой одурелый мозг, смотришь невесело, мол, что еще за хренотень? И водишь себя инъекцией очередной вопрос, и тень продолжает устало ползти на плетень. Любил спорить о главном, а теперь ты боишься пускать людей в свою душу. В твоем доме все как обычно вверх дном. Тебе хочется выпить, а у тебя проблемы с вином. И ты поднимаешься поутру, и та же пластинка начинает вертеться по новой. Помнишь, Христос сказал Петру: заплыви на глубину и закинь свою сеть для улова. Ты помнишь, что выход недалеко, но может так оказаться, что он еще ближе. Ведь ты сам отобрал у себя свой покой и делаешь вид, как будто ты кем-то обижен. Ведь ты заперт в собственной жизни, как загнанный зверь. Но если в этом доме нет стен, зачем тебе дверь? А у тебя внутри тихий простор. Просыпаешься поутру, и пусть это утро будет действительно новым. Ты помнишь, Христос сказал Петру: заплыви на глубину и закинь свою сеть для улова.